В спортивном комплексе имени Гамида Гамидова состоялся финальный этап первенства Северной зоны Республики Дагестан по боксу среди старших юношей 2001-2002 годов рождения. Все спортсмены собрались с районов и городов республики. Вышедшие в финал участники состязались для участия в республиканском первенстве по боксу, которое состоится в Махачкале в феврале текущего года. Старший тренер Северной зоны Республики Дагестан Ханмурза Исаев отметил, что подготовленность участников к финальному этапу турнира находится на высшем уровне. Стараемся так, чтобы с каждым годом она у нас проводилась более эффективно и красочно, что проводила соревнования. Участников на данное время было больше 120 участников. Отбор идет очень жестко. Проводим ее так, чтобы на Дагестане выступили ребята. Мы ее проводим уже не первый год, не меньше 10 лет. В этом возрасте мы побеждаем и занимаем первое место по Республике Дагестан, количество занявших первые, вторые, третьи места. В город съехались лучшие боксеры со всего Северного Дагестана. Всего в соревнованиях участвовали более сотни спортсменов в 15 весовых категориях. Но лишь сильнейшим удалось пройти в финал турнира. Одним из победителей на данных соревнованиях стал воспитанник спортивной школы имени Шамиля Умаханова, базирующий при Дворце спорта имени Гамида Гамидова, Мухаммад Курбанов, которому предстоит выступить на республиканском турнире по боксу в столице республики. Бурлея Цамбиева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».